Здравствуйте, уважаемые любители ножей, зрители нашего видеоканала. Я нахожусь на озере Кошкино. Видны остатки льда, прямо чуть-чуть. Ну, озеро начинает оживать. За зиму мы построили вот такие небольшие мостики. Здесь, кто в теме, знает, что здесь идет глубина. Сразу, значит, здесь 12 мостиков, они где-то 2 на 2, небольшие, 11, вернее, 2 на 2, одни около избушки 3 на 3, и для садка сделана буква П. Это 13-й, будем считать, мостик. Значит, рыба перезимовала хорошо. Зимняя потеря карпа 3% с небольшим, менее 4%. Очень хороший показатель. Карп упитанный. И потери одного веслоноса. Ну, как бы отлично. Осетр и веслонос клевали всю зиму. К летней рыбалке водоем готов. И в принципе мы ждем уже посетителей. С 1 мая озеро Кошкино. Мы назовем его отдельно осетровый рай. Потому что здесь очень хорошо себя чувствует осетр. Он здесь просто шикарно себя чувствует. Он и клюет. И белуга, вот недавно я видел, плеснулась. Вообще все замечательно. Вот. То есть озеро, в принципе, вот это озеро и уже готово к рыбалке, к приему посетителей. Далее мы тут больше ничего добавлять не будем. Не знаю, может, еще гостевой домик еще один. Как бы все. Единственное, будем по мере вылова рыбы привозить рыбу, зарыблять. Озеро Шапкино, в принципе, тоже готово к посетителям, но мы еще будем думать, что туда зарыблять. И озеро Глухое Мякушинское мы сейчас пока не открываем. Во-первых, будет зарыбление трофейной рыбой. И во-вторых, там будет статус спортивного водоема. То есть озеро Глухое Мякушинское пока будет какое-то время закрыто. Ну, посмотрим. Может быть, месяц. Может быть, с июня месяца откроем. Вот. А может быть, тоже в мае откроем. Ну, посмотрим, как у нас будут дела с зарыблением водоема. Вот. На озере Мякушки у нас как бы потери были. Карпа, ну, в пределах нормы. Ну и хочу сказать, начинается рыбалка, начинается походы в лес, весна, а скоро еще и праздник 9 мая. Праздник такой, что его отмечает вся страна, несмотря на то, что уже ветеранов-то практически не осталось, но и другие ветераны присоединяются, и афганской, и чеченской войны. Да и как бы нельзя забывать этот праздник. Ну и традиционно к этому празднику я рекомендую, если вы решили подарить нож к празднику 9 мая, ну, наверное, это реплики. Хотя, может быть, если как бы человек имеет отношение к войне, ну, не к Великой Отечественной уже, наверное, потому что уже вот к более современным, и он охотник, я всегда говорил, то можно и охотничий нож, там и рыбацкий. Ну, а вообще, вот, хочу напомнить про наши копии, не то что копии, а гражданские варианты наших штыков. Это Диверсант 1 и Диверсант 2. Вот ножи,
которые пользуются достаточно большой популярностью. Вот диверсант, он небольшой, балансированный, толстый, порядка 8 миллиметров, 7-8 миллиметров. Здесь закругленный, спущенный. Ну, понятно, это ножи не для охотников. Это ведь нож задумывался как, скажем так, вариант гражданского штыка. Потому что вот эти вот все, чтобы это не оружием было. Ну, в принципе, получилось. Ну, а так, брать его место, ну, как они втыкаются, можно посмотреть на меня на видеоканале. Я уж не буду деревья портить, а то сейчас, если я их в березу воткну, сок потечет. Ругаться все будут. У меня вот кустики небольшие. Могу показать, как рубит он. Вот. Орешник, допустим. Рубит. Сказать, что там вот дуб, например, там. Ну, это такая, я говорю, штука. Ее, в принципе, и для мачете использовать, можно сказать, нельзя. Так ее и хочется метнуть. Но сок потечет, не буду. Это, ну, это штык. Наверное, эти ножи нельзя, не то что нельзя, тяжело использовать даже как мачете, но это вот для любителей, именно еще раз говорю, таких, чего-то такого мощного, холодного. Метать их можно, в принципе. Сломать достаточно сложно. Но можно, наверное. Ну, в общем, напоминаю, что, скажем, гражданские варианты штыков у нас присутствуют. А уж применение их, это дело каждого. Я считаю так. Тут комментарий прочитал. Какой-то гражданин написал, что типа, почему я не езжу на выставку, что-то в глаза кому-то я должен посмотреть. Вместо себя, дословно говорю, кур послал, типа. Ну, знаете, если вы меня слышите, уважаемый, что я вам хочу сказать. Вот тебя забыл спросить, что мне делать. Кого мне посылать на выставку? Ты дома детям своим там совет давай. Или жене. Еще кому-нибудь. Мне не надо, я разберусь как-нибудь. Ладно? Поэтому это... Ну, вообще, я обычно эти комментарии особо умных. Ну, а так уж вот как-то... Нет, я просто послушал, ну... Прочитал, понял, что неадекватных людей хватает. Пользуясь случаем, ответил. Так что я уважаю все мнения каждого, но советовать мне, куда мне ездить, куда мне не ездить, кого мне посылать на выставку, кого не посылать, это мнение рекомендую оставить при себе. Хорошо? Ладно, всего доброго. До свидания.